топляком за 102-м на СДЧ. Ну, не для меня, но еду. Ехать 2 часа. Благо радио работает. Бензинчик забрал, продолжаем подготовки к СДЧ. Еду в мячик, там тренажка, надо ей позаниматься, если вдруг SX будет, не успевать, чтобы тренажечку с собой взять. Вот, и готовимся по всем фронтам. Недавно приезжали ребятки на потренироваться, покататься целой командой, группировкой. Оказалось, что все работают в одном стартапе, в страховом стартапе. Пульс жизни рассказали, туда-сюда, что да как. Что меня заинтересовало туда в это? Можно застраховать экстремальные виды спорта и все, как бы, чем можешь ты себя повредить. Домашних животных и туда-сюда. Приложение скачал, глянул, там все просто. Выбираешь, что тебе надо, что не надо. У тебя там итоговая калькуляция. Там до 500 рублей в месяц получается. Можешь себя, животных, там, квартиры, дома, ну, выбирать. Так что предложение интересное. В преддверии, так сказать, СДЧ, там, стены, бетон, я себя по максималочке застраховал. Вот примеры ближайшие, это Дамир, такой подальше пример Каба, Храмуля в Рязани на SX. То есть, да, если вдруг повредился, были какие-то компенсационные моменты. Вот, и вам советую глянуть, оставляю ссылочку. Ребятки сделали промокод Drift, скидка 15%. Если что, залетайте, гляньте, вообще мне отпишитесь, как вам приложение. Просто, не просто, понравилось, не понравилось. Вот. Так что я, мало того, что еду на SDC, так я еще в полной безопасности. Ну, практически. Я-то парень тревожный. В общем, будем разбираться в ситуации с SDC. Но про приложуху я вам рассказал, про ребят рассказал. Так что это самое. А я 4-й час в пути. От пробок не уйти. Но новые фары, зима близко. Настройки холодных пусков. Колдуй, Миша, колдуй. Time is with the bat, hear that trump crack. Time is with the bat, hear that trump crack. Time is with the bat, hear that trump crack, bitch. Bump from the back. Такая пьянка пошла, зима скоро. Поднастраиваем, и здесь сразу холодные пуски, старты. Как вам, кстати, ноутбук? Подсветочка, клавиатура, там все дела. Я не знаю, надолго ли это. Короче, накрутили дроссель 1500-1600. Сейчас Мишка там что-то зажиганием колдует. Уронили уже на 1000. Работать стало как самолет. Вот так. Открывайте, иду спать. Алло, прием. Завтра отсюда шлеп сразу в кафешку. Шлеп сразу в бокс, я на места.